Сейчас мечтаем книга Джон, глава 3, стих 1, что мы будем понимать, о чем это разговаривание здесь. Почему они разговаривали о Израиле люди в этом книге. Книга Джон, глава 3, стих 1. Между

Стих 2. Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему Рави, мы знаем, что Ти Учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, какие Ти твориш, никой творишь, никто не может творить, если не будет с Ним Бог. Слушайте, что Он сказал здесь: Мы знаем, что ты, вы, Учитель,. пришедший от Бога. Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Это еще раз разговор между двумя Израилей-люди. Почему две Израиля люди будут, э, будут, будут разговаривать э, о всех людях? И они здесь в Izraeli ljudi takda v razvi zdjez. Nim nada jim nada spastil. od eteta rabstva. Pačimo dve izzraeleli ljudi budi razgvarval o vsi ljudi ili asstalnije ljudi, Jezli ani ни в разу. Сегодня мы еще в разу, потому что мы согрешили наши в Бог законы. Мы не сделали, что Он сказал. Или все его заповеди. То же самое. Закон заповеди. То же самое. Мы согрешили все эти его законы, поэтому мы сегодня в разве. Мы же были в разве почти навсегда, потому что мы никогда слышали наш Бог. Но Он будет спасить нас скоро. Скоро. Надо сейчас слушать Его слова. Поэтому мы всегда разговариваем о покаянии. Надо изменить ваши пути и делать, что Он заповедал нас. Что Он будет спасить тебя, когда Он будет здесь. Когда Иисус будет здесь. Это уже скоро. Слушайте, уже скоро. Обратно. Две люди здесь, Израиль люди, разговаривали о Израиле люди. Мы же слышали в книге Джон, глава 18 стих 20, что это мир, который Джон писал здесь, Христос говорил здесь, это израильные люди, которые были всегда в храме или в синагоге. А кто эти люди? Юдейские люди. Тоже и люди. То же самое. Еще раз буду объяснять Книга Джон, глава 3, стих 16. Надо слышать. Книга Джон, глава 3, стих 16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Едина Родного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизни вечную. Много раз я уже сказал, раньше. Много раз читал или слышал это стих в книге Джон, глава 3. Было так много лживых объяснений этому стиху. Много раз. Много раз. Они здесь разговаривали о истории. Какой истории? Как, как я узнал, что это история? Это от истории они разговаривали. Давай, выше. Стих 14. Иисус Христос сказал это. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесение быть сыну человеческому. Еще раз. И как Мойсей вознес змею в пустыне, так должно вознесению быть сына человеческому. Сейчас мы будем читать эту историю. А какие люди были в пустыне с Мойсей? Христианские люди только читали или научили стих 16. Почему не стих 14? Почему не стих 15? Только 16? Нет. Надо читать все эти главы. Давай сейчас. Книга числа, глава 21, стих 5. Мы будем читать эту историю, которую Иисус и Никодем разговаривали. Они разговаривал об этом истории в книге Жон глава 3, стик 14 до 16. Книга числа в Ветово Завете. Книга числа, глава 21, стих 5. И говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем вывели в вы нас из Египта чтобы умереть нам в пустине, Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и души нашей опротивели это неводная пища. Стих 6. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерла множество народа и сынов из синов Израилевых. Из синов Израилевых. Наш Бог, он убил много наших предников тогда в пустыне. Потому что они всегда есть проблемы с ним или с Моисеем. Наш Бог-пророк. Ничего недостаточно для им тогда. Они хотели хлеб, он сдал им. Они хотели... Одежда он сдал им. Он сдал им все они хотели. А всегда, всегда, всегда они были проблемы для нашего Бога. Для нашего Папы, для нашего Отец, нашего Бога. В пустыне. Дальше. Стих 7. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешил мы, что говорили против Господа и против Тебе помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев и помолился Моисею о народе. Наш предник здесь э, Моисей. Моисей любит его люди. Если он не любит, если он ненавидит им, потому что они всегда э, разговаривали против его если он ненавидит его здесь, он будет сказать Бог, не надо слышать их молитвы. Но он не так сделан. Он не так сделан. Слышите, что он сказал здесь? Еще раз. Книга числа, глава 21, стих 7. И пришел на рорку Моисей и сказал, согрешил мы, что говорили против Господа и против тебе. Они говорили против его они говорили против Его. Но они сказали, Мойсей здесь, помолились Господь, чтобы Он удалил от нас змеев. И помолился Мойсей о народе. Мойсей, Мойсей молился для наших предники. Они сказали, пожалуйста, помогите нам. Помогите нас, пожалуйста. Это что он сказал? Это что они сказали, извиняюсь. Пожалуйста, помогите нас. Надо молиться к, нашему нашим Богу, что Он будет забрать эти все змеи здесь, что мы не будем умирать. А что может сделать? Он кричал на им? Нет. Он может, если он хочет, но он это не сделает потому что он любил его люди. Я здесь сейчас с вами, мы читаем это священное писание вместе. Мы вместе читаем это история в этом завете и новой завете. Почему? Потому что я люблю вас. Я люблю мои люди, Израиль люди. Сначала мои люди. Всегда. А потом остальные. Но всегда мои люди. Это как наш Бог был и еще сейчас и будет в будущем. Он любит только Израиль люди. Я потом буду читать об этом в Писании. Но сейчас я буду объяснять книгу Джон, глава 3, стих 16. Я еще объясняю. Слышит. Слышите? Книга числа, глава 21, стих 8. Мы продолжаем. И сказал Господь Моисей, сделай себе змея и выставь его на знамя. И ужаление, и ужаление взгляд нюх на него останется жив. Он сказал Моисею здесь, еще раз, сделай себе змея и вставь его на знамя. Сделайте змея я став это на крест. Почти это то же самое, как и наши спасители был на кресте, как, как он умирал на кресте, тоже это здесь, вставь его на знамя. Это змеев, который Budis na eto, ani Shalom Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. И сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выставь его на знамя. И в взглянув на него, останется жив. Кто будет смотреть на это змеи на кресте, будет жить, не будет умирать. Это символично на наш Спаситель Иисус Христос. Еще раз, это символ Христа, умирающего на кресте за Израиль. За Израиль. Да, он умирал только для Израиля, люди. Я это буду объяснять и показывать. Я тоже буду показывать показать вас в Библии. Он, не, он никогда умирал для всех людей. Нет. Христианские люди сказали это. Но в Священном Писании никогда это вы будете увидеть здесь. Он никогда сказал это. Еще раз, стих 8. И сказал Господь Моисею, сделай себе змея и вставь его на знамя. И ужаление, взглянув на него, останется жив. Дальше, стих 9. Надо слышать здесь. Стих 9. Стих 9. И сделай Моисея медного змея и выставил его на знамя. Стик 9. Стик 9. И сделай Моисея медного змея и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, он взглянув на медного змея, оставался жив и еще раз. Стих 8. Надо слышать здесь. Книга числа, глава 21. Стих 8. И сказал Господь Моисей, сделай себе огненным змеем и поставь его на шесть. И будет так, что всякий укушение, увидев его, Будет жить. Еще раз. Стык восемь. И сказал Господь Моисей, сделай себе огненным змеем и поставь его на шесть, Поставь его на крест. Как я сказал раньше, это как наш спаситель Иисус умирал на кресте. Это символично наш спаситель или Мессия, Иисус. И сказал Господь Моисей, сделай себе огненным змеем и поставь его на шесть. И будет так, и будет так, что всякие укушения, сказал всякий час, стоп, открывай еще раз книга Джон, глава 3, стих 16 ибо так возлюбил Бог мир, что отдал, что отдал Сына Своего единого Родного, даби всякий, даби всякий. Слушайте, помните, что Никодим и Иисус здесь, они разговаривают о истории. Он сказал, даби всякий верующий в Него не погиб, если вы будете смотреть на Иисус и делать, что Он сказал, вы не будете умирать. Это что просто это значит. Потому что стих 14 сказал, как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесению быть сыну человеческому, дабы всякий, дабы всякий дабы всякий, как в Ветвом Завете, когда он сказал здесь, сделай себе огненным змеем и поставь его на шест, и будет так, что всякий укушения, что всякий у, э, укушений, значит, что все, который будет в грехов. Если у тебя грек, когда вы будете смотреть на Иисус Христос, когда вы будете к Ним, и вы будете молиться на Его и говорить, что вы согрешили Его законы или заповеди. Он будет что? Что Он будет делать? Убить тебя? Нет. Нет. Он будет простить тебе. Он будет простить тебе, когда вы будете к ним, Иисус. Когда вы будете к ним и говорит его, я согрешил свои заповеди или законы. Пожалуйста, простите меня. Он будет простить тебя. Это просто, что это значит. Потому что потом мы будем читать, почему он умирал для нас. А какие люди, как, как я буду спросить, для, для Какие люди он умирал? Все люди или нет? Хм. Дальше. Еще раз. Книга числа, глава 21 стих 8. И сказал Господь Моисей, сделай себе змея и выставь его на шесть. Сделай себе огненным змеем и поставь его на шесть. И будет так, что всякие, всякие, это все люди. Нет, не все люди, это Израиле люди. Потому что в истории, в книге 6, глава 21, если вы будете читать это, вы будете увидеть, что это Израиле люди. Давай еще раз, мы открываем книгу деяния. Глава 2, стих 21. Кто эти всякие? Всякие здесь. Всякие. Все люди. Кто эти люди? Я уже показал вас в числа 21. Потому что там Никодим и Иисус, они говорили о истории. Во, а, а где мы видим эту историю? В книге числа, глава 21. А какие люди там в этом истории? Все люди или Израиль люди? Только Израиль люди. Только Израиль люди. Израиль люди здесь. Да, есть остальные люди маленькие, немного. Но эта история сказала, что Израиль люди, они согрешили на наши Бог законы. И у них было, и у них были проблемы с нашим Богом и Моисеем. Они говорили против наших отец, Поэтому он наказал им здесь в книге с числа глава 21 от стих 5 до 8 Сейчас, 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 сейчас. Всякий в книге Джон глава 3. Это все люди или нет. Мы открываем книга Деяния, глава 2, стих 21. Смотри, Бог объяснял себе. Не надо объяснять, что он, он сказал, или что это значит, который мы увидим в Библии. Нет. Библия объясняла Библию. Библия объясняла себе. Не надо объяснять, что у нас здесь, в Библии с твоим умом. Нет. Нет. Книга Деяний, глава 2, стих 21. И будет всякий, еще раз, это слово здесь, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасится. Еще раз. Всякий, кто призовет имя Господне, спаситься. Мужи израильские, мужи израильские, вы слушаете слова си. Мужи израильские, израильские, не русские, не африканские, не европейские, не арабские. Он сказал, мужи израильские, вы слушаете слова си вы слушаете это слова. Потому что когда в стих 21 он сказал, всякий, кто призовет имя Господне, спасится. Кто это спас? Это, э, извиняюсь. Кто эти всякие люди здесь? Израильские люди. Израильские люди. Поэтому он сказал в следующий стих. Мужи израильские. Слушайте, это слова никогда наш Бог говорил на все люди или все, э, э, как сказать на все э, стране или все родные люди. Нет, он никогда говорил на все люди, только израильские люди. We used to scream black power while wrong was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are how we men repented at heart. The scriptures is proof. I U I C. We deliver the truth.